байк. Ну что ж, давайте же посмотрим, что из этого выйдет. А мы погнали. Итак, рама у моего BMX Riot. Это заметно по наклейке и по железной надписи под рамой. Riot. А перья Stolen. Заметно тоже по железной надписи. Шатуны и звезды — это кочерга. Ну, зато цепь нормальная. Педали Timmerite. Педали очень хорошие, советую. Я на них уже сколько прокатался. И еще до меня на них катались. Ведь я же покупал Stolen. 7 дюймов. Также вынос Stolen тоже, комплитовый. Вот, я его даже затюнинговал, все сделал. Руль должен быть установлен параллельно вилке, как у меня. Так будет удобнее кататься. Про вилку, то вилка у меня торнадо. Вот. Это заметно по наклейке. Торнадо. Ну что ж, а мы погнали дальше. Как задний, так и передний. От производителя Rio. Здесь распецовка 36,6, хотя я себе хотел 42-ю. Ну что ж, здесь тоже распецовка 36,6. И обода от производителя вместе со спицами Riot. Обода и спицы Riot. Тоже Riot. Хотя здесь написано Street, но я думаю, что это просто название седла. Но производитель здесь Riot, потому что байк одноцветный, седло пластмассовое, значит заводское, не обшитое, нету обшивки. Значит, это и точно Riot. Название Grips и его производителя мне неизвестны. Так что, это очень плохие грипсы. Вы на них покатаетесь месяц, и они уже рвутся. Вот пример, очень яркий пример. Вот, уже по сторонам рвутся и так далее. Напишите в комментариях, делать ли мне такие вайтолы на заднем колесе и на переднем и еще за одной стороны. Получился видос. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. А вы были на канале Riot. Всем удачи, всем пока.